Катя медленно шла через парк. Крался за ней маньяк в темноте. Не было слышно ни крика. Она его просто убила. Маленький Костя выпал с окна. Вскоре он прекратил орать. Сейчас его огорченная мать не перестает рыдать. Кто-то украл его туфли.
Девочка на поле гранату нашла. К доброму деду она подошла. «Что это, дед?» – спросила она. «Потяни за колечко», – посоветовал дед. Долгое время над полем бантик кружился ее.